Ливень и град размером с куриное яйцо повредил и урожай на полях. Сильные осадки и шквалистый ветер обрушились сразу на несколько районов края в минувшие выходные. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной частях региона. В их числе Тимашевский, Брюховецкий, Кореновский и Павловский районы. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева создан оперативный штаб. Специалисты продолжают восстановительные работы и приступили к оценке ущерба, нанесенного непогодой. Об обстановке Вениамину Кондратьеву регулярно докладывают главы районов и оперативные службы.